И так мне показалось, увидел идею некую показать как бы постоянную иммиграцию перед любыми проблемами в этой стране, потому что люди до сегодняшнего дня даже, Путин, не Путин, царь, любой президент, когда был, любое появление президента, сразу говорю, Брежнев умер, себе караул, Андропов придет. Андропов на кандидатуру, говорит, это все, это милиционер, это президент, надо уезжать. И все люди пытались любыми случаями, любыми правдами уехать опять. И я опять-таки придумал как бы идею, которая возникла в 20-е годы, фраки, смокинги. И я стал собирать как бы коллекцию пошитых в России, фраков, визиток, смокингов, именно вот ритуальных для танго. Костюмы 70-х годов, в которых танцевали танго, бархатные, велюровые, советские. Либо, если это были уже не советские,